В республике работают почти 2500 предприятий с российским участием. Крупнейшим совместным проектом является на сегодняшний день строительство белорусской атомной электростанции. Первый энергоблок в соответствии с графиком будет запущен в конце 2019 года, а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020. Себе в ущерб делаем. Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим. Но это, безусловно, улучшит ситуацию с энергоснабжением, с экономикой республики, создаст и дополнительные экспортные возможности.